Всем привет-привет, вы на канале VOTGSN, канале, на котором каждый день публикуются свежие видео по танкам. Если в игре что-то появляется, то на это что-то обзор вы всегда можете посмотреть у меня на канале. Если хотите ничего не пропускать, быть в курсе всех новостей, видеть свежие бонус-коды, видеть анонсы того, что ждет нас в будущем, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы получать соответствующие уведомления. А у нас в игре появилась рулеточка на, можно сказать, новую тачку в нашей игре. Нет, появилась она несколько месяцев назад, но в прямом доступе она появилась вот только сейчас. И это КПЗ PR-68P. Условно пригодный средний танк для большинства СТ-водов. Почему так? Потому что обладает рядом нюансов, которые многим могут не зайти и, соответственно, не понравиться. В отношении хороших моментов по данной машине. Это угол склонения орудия вниз минус 9, разовый урон в 380 единиц. Ну и, я бы сказал, довольно неплохая подвижность в целом. Ну а если говорить о минусах, то я считаю особыми минусами данной машины это низкий уровень пробития и высокая цифра по КД. Целых 12,3 время перезарядки и при этом уровень пробития 201 единица. Хотите спросить меня, как эти два показателя между собой связаны? Все очень просто. Вам придется сделать сложный выбор между тем, чтобы себе в оборудовании ставить досылатель для того, чтобы улучшить время перезарядки и поднять очень низкий ДПМ, который составляет менее 1900 единиц, ну либо ставить себе накалиброванные снаряды и, соответственно, поднимать себе уровень пробития. Потому что 201 это, ну, немножечко выше плинтуса. И было бы неплохо, чтобы хотя бы было 210-215. Кроме того, стоит отметить, что в оборудовании я лично, когда тестировал данную машину, посвятил 2 слота улучшению показателя по времени сведения. Потому что 4,5 секунды для среднего танка это очень много. Ну и разброс, честно говоря, тоже довольно-таки велик. Крутить рулетку на данную машину я буду у себя на основе, потому что КПЗ у меня в коллекции нет, а танк в целом на тесте произвел на меня, ну, я бы сказал, позитивное впечатление. В отношении стоимости рулетки. Стоимость рулетки может показаться не такой уж большой, да, вроде бы там 50, 135, 355, но, ребят, когда вы дойдете до последнего 18-го прокрута и сделаете его, то вы суммарно потратите 17 537 голды, а это, согласитесь, цифра далеко не маленькая. Стоит отметить, что на данную машину нет легендарного внешнего вида, ну, по крайней мере, пока, соответственно, он отсутствует здесь в рулетке, и я не осмелюсь говорить о том, что на последние 2 прокрута вам придется сама машина и ее легендарный внешний вид, и таким образом вы заберете себе тачку, если посчитать за минусом 2 последних прокрутов, за 12 785. Поэтому в целом, ребят, рассчитывайте на то, что машину вы все-таки заберете на последнем прокруте. Но с другой стороны, мало ли, может именно вам повезет, а может быть мне сейчас повезет, не знаю. Сейчас поглядим, но шансы так или иначе на тачку все же лучше, чем во многих других рулетках были. Потому что здесь есть 0,15. Да, это не процент, не 2% и даже не 5, понятное дело. Но это все равно лучше, чем видеть здесь 0,000 и там где-то до бесконечности. В отношении того, что можно отсюда еще забрать, это контейнеры мистические. Меня радует факт того, что здесь есть более 7 контейнеров, если быть точным, то 8 контейнеров. Собери их все, а значит, при том, что вы заберете себе танк и заберете 2 вот этих вот слота с контейнерами, вы сделаете свою рулетку на 1000 дешевле. Ну, таким образом получается, что даже если вы дойдете до последнего прокрута, то КПЗ заберете не за 17 537, а за 16 537, и возможно что-то еще получите из «Собери их все» или из «Мистиков». Положили чисто для красоты, для заманухи один контейнер бомбический, ну и в целом больше ничего годного. Иксы, немножечко свободки и просто смехотворная цифра по серебру, которая может выпасть вам целых 3 раза, в частности по 50 тысяч. Ну что, ребят, поехали. Давайте начинать крутить, посмотрим, что я отсюда выбью. Как я уже сказал, я готов идти в этой рулетке до конца. В целом машина приемлемая. Я лично, думаю, с удовольствием буду ее катать. Мне она плюс-минус понравилась. Да, это не мечта, это не то, зачем я гонялся, но это и не тот танк, против которого я максимально протестую и говорю, что он мне не нужен вообще ни за какие ковришки, только разве что где-то из бесплатного контейнера достать. Третий контейнер, собери их все. Собираю потихоньку талисманы, мне не хватает 3 штучек, поэтому косарь голды назад вернется однозначно. 75 золотом принесут мне, скорее всего, либо серебро, либо свободный опыт. Буду удивлен, если что-то другое.
Ну вот, пожалуйста, пока рулетка не удивляет. 100 голды. Делаю ставку сейчас на серебруху. Да ладно! Да ладно, контейнер собери, их все выпадают вместо серебра. Вот это меня уже удивило. Ну, значит, потом дороже заберу это серебро. В любом случае, оно мне все равно достанется. 135 золотом. Ну, давай мистики для разнообразия, я не знаю. Нет, не слышит меня рулетка. X5 в количестве 10 штук. Но если прокачиваете ветку, то в целом очень даже неплохо поможет прокачать, заработать дополнительного опыта. И ценник, который сейчас был за эти иксы, не такой уж и большой. Ну, наконец-то. Наконец-то 50 кредитов. Не то чтобы я их ждал, но, по крайней мере, если они мне сейчас выпадут на первых прокрутах по, скажем так, максимально минимальному ценнику за золото, то потом я буду меньше расстраиваться. Потому что, когда мне выпадает те же самые 50 тысяч серебром за 1000 с копейками голды, вот там действительно становится морально неприятно. Еще один, собери их все, без подвисаний, значит, танка здесь не будет однозначно, забираю только талисманы и больше в целом, как видите, ничего годного абсолютно не достаю. Так, вроде бы ж нет у меня больше их, нет. 475 золота. Ну давай серебро. Давай серебро. Нет, контейнер с обвесом. И что я отсюда забираю? Только не прожектор. Ну, слава богу, хранитель неба. По моему личному мнению, один из самых симпатичных. Напишите, кстати, свое мнение в отношении того, какой обвес вам больше всего нравится в нашей игре. Я лично терпеть не могу выскочку, эмоциональный прожектор и еще там один какой-то с этим снеговиком придурковатым. Есть еще 50 тысяч серебром, 750 золота. Но слушайте, ценник потихоньку начинает кусаться. Начинает кусаться в отношении стоимости прокрута. Вот сейчас дошел практически до 1000, да, 990. И если говорить откровенно, то вот это вот и вот это вот не стоит однозначно 1000 голды. Вот этот вот контейнер с атрибутом ангара условно, и то атрибутов ангара у меня лично хватает. А вот если контейнеры, то пока еще выгодно. Потому что, допустим, 3 собери их все стоят 1500 голды. Если сейчас заберу 3 собери их все за эти деньги, то будет нормально. Нет, свободка. 1250. Делаю прокрут и заодно сейчас посмотрим, как там поживают наши шансы на то, чтобы получить КПЗ. Спасибо большое за контейнер с анимированным аватаром. Всю ночь о нем мечтал, глаз не сомкнул. Фургончик повара. Какая прелесть. Великолепная, конечно, отсылочка к сериалу «Во все тяжкие». Я его очень люблю, но лучше бы мне не давали этот контейнер в целом. 1450. Что у меня по шансам? 1.5% на танк, контейнер собери их все, 23%, мистические контейнеры 46%, ну и соответственно контейнер бомбический 16,3%. А вот, вот этот товарищ контейнер с атрибутом ангара 11%, я надеюсь, что он мне все-таки не выпадет в этой рулетке, но слабо в это верю. Пока, ну можно сказать, будет выгодно. Потому что себестоимость контейнеров покроет, кроме контейнера с атрибутом ангара, само собой. Контейнер бомбический. Дай голды, а? Бомбический ты мой. Опаньки! Опаньки! Ничего себе! 750 золотом, 3750 золота за химеру в виде компенсации и плюс еще мистический контейнер один. Вот это хорошо выпало. Вот это действительно выпало хорошо. 100 голды. Ну окей, окей, это все равно лучше, чем все, что я мог себе сейчас представить, каким образом для меня это закончится. 4000, получается 3000, 4600 сейчас мне вернулось. 1710. Но это неплохо было. Это существенно удешевит машину. Существенно удешевит. Еще 3 мистических контейнера. Ну давай еще талисман мне. Дай талисманчик мне, для того, чтобы поставить жирный восклицательный знак во всей этой истории. Забираем и...
ничего, ничего не дали мистические контейнеры, но, блин, после бомбического я, честно говоря, не в обиде. 1950 золотом. Еще два, а, три получается, господи, че, второй раз, в смысле, три мистика выпадает. Заговариваюсь, еще и мистический сертификат мне выпадает. Какая прелесть. Ну давайте будем посмотреть, может достану что-то, чего у меня не было. Только не прем, дай коллекционку. Коллекционочка! 7500 голды приземляется дополнительно. Итого, ребят, 12100. 12100 сейчас мне вернулось золотом из всей этой истории. Да я машину эту практически бесплатно, блин, сейчас заберу. Вот это я удачно зашел. Забираем. Ну не будет второго мистика, это точно. Забираем. И теперь. Слушайте, ну классно получается, вопросов нет. Крутим за 2500. Сейчас еще и собери их все, косарь назад вернется. Тысяча золота возвращается назад и еще два контейнера. Забираем. Третий контейнер. Подвисания нет, танка нет. Забираем. Вроде бы больше ничего. 2750 голды. Сейчас заберу однозначно контейнер с атрибутом анга... Да ладно! Мне позволили сэкономить еще 2000, ребят. Но это просто, просто неимоверное везение. Забираю КПЗ. Ну и понятное дело, крутить нет никакого смысла. Зачем мне этот контейнер за 2000 голды, если у меня есть великолепные атрибуты ангара, которые и так находятся. Давайте теперь быстренько подбивать калькуляцию. Я там сильно в калькулятор лезть не буду. Где он находится? Вот он. Вот он, новое приобретение. Итак, ребят, я прошел до предпоследнего прокрута, до 17-й круточки. И КПЗ мне оттуда выпал. Таким образом, получается, что стоимость всех этих прокрутов составляет 15537 голды, а вернулось мне 13100. Давайте сейчас убедимся по компенсациям параллельно с тем. 1000 золота, 7500 за пиранью и 3750 отсюда. Короче говоря, вот такая вот история лично получилась для меня. 15537 минус 13100. Ну, можно сказать, практически бесплатно забрал себе восьмерку. Ну, тысячи за две. Но, ребят, сразу предупреждаю всех. Я не агитирую вас крутить данную рулетку. Я не рекомендую вам крутить данную рулетку до конца, если у вас золото, небольшой запас, и вы хотите с умом его потратить. Приобретайте, пожалуйста, товары непосредственно из самого магазина. Потому что так, как сейчас выпало мне, мне уже не выпадало очень давно. И подтверждением тому есть огромное количество видео, которые есть на канале. В частности, недавно я открывал контейнеры на вот этого вот товарища, потратил 22500 и не получил вообще ничего. Ни золота назад, ни контейнеров каких-то там, ни самого танка. Поэтому думайте перед тем, как крутить рулетку, взвешивайте свои шансы и будьте готовы к тому, что вам может быть и не повезет так, как повезло мне. Я лично доволен, но вам рекомендую покупать товары исключительно через игровой магазин, когда вы понимаете, что конкретно вы себе берете. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.